Сергій Геннадійович Васильєв народився 26 червня 1960 року в Харкові. Закінчив театрознавчий факультет Харківського інституту мистецтв імені Котляревського. Працював на обласному радіо в редакціях газет, щотижневиків і часописів, в Державному інституті театру, кіно і телебачення, педагог, журналіст, член журі численних театральних фестивалів. Президент Асоціації театральних критиків України, завідує відділом Інституту проблем сучасного мистецтва. Найтитулованіший театральний критик України, заслужений діяч мистецтв, лауреат багатьох фахових премій, кавалер ордена за заслуги 3-го ступеню. Зараз мешкає у Києві, але місцем сили для себе вважає Харків. Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова, я відповідна пані, і сьогодні у мене в гостях дуже цікавий пан. Його звуть Сергій Геннадійович Васильєв. Доброго ранку. Театральний критик. Російсько-українська. Яка як робоча? Як вам зручно. Рідна моя російська, в принципі, але я спілкуюся українською досить вільно. Я багато років працював у виданнях, які є українськими. Так що. Але коли я заходжусь сильно, то я переходжу на російську мову. Тобто легко зрозуміти, коли ви заходитесь, якщо ви перейдете. Це значить... такий може як лакмус навіть слугувати. Добре. Сьогодні ви в Дніпрі в гостях, як театральний критик, як запрошена зірка, можна так сказати, тому що ви член журі, чи ви вже голова журі? Ні. У нас голова є чудова, причому вона багато років сюди їздить, моя колега прекрасна. Пані Майя, так? Майя Гарбузюк, чудовий театрознавець, доктор мистецтвознавства, педагог і взагалі справжній науковець театральний і дуже добрий критик. Тобто член журі театральної премії Січеславна. Але Сергій Васильєв не одразу став театральним критиком. До того, щоб дійти до запрошеної зірки, там було дуже-дуже багато всього, було дитинство. Я трохи послухала про те, що ви розповідаєте про своє дитинство, і мене зачепило те, що ви сказали якось, що вас сформував Харків. Так. Що так. Основне? Ну, не тільки Харків, звичайно, але просто сама... Кожне ж місто має свої якісь особливості. І я навіть з театром це дуже сильно пов'язую, бо я думаю, що і театр, я давно це казав, і воно ніби звучало колись так образливо, хоча це просто треба слухати правильні слова. Я завжди кажу, що театр – це глибоко провінційне насправді явище. Провінційне в якому сенсі? Що воно дуже прив'язано до землі, де стоїть театр, де грають ці люди, а якщо вони тут народилися, то тим паче. І в цьому плані навіть те, що ми переживаємо по-людськи і переживаємо в театрі, воно досить часто пов'язано з якимись стінами, з якимись будинками, з якимись вулицями чи провулками, чи навіть тупиками або глухими кутами, як кажуть. У нас, знаєте, є така теорія взагалі у мене наше розвитку країни, що це безкінечний глухий кут. І це дуже цікава така річ. Але якщо про Харків сказати, то, звичайно, він має якусь. Тим паче, що я все-таки народився дуже щасливо, буквально в самому, можна сказати, центрі Харкова. І в принципі, я дихав цими вулицями, осердям цього міста. Звичайно, це якісь і кола спілкування, це і школи, воно все набирає. Але сам дух Харкова мені дуже близький, бо це воно не завжди сьогодні таким здається, але це таке мускулисте місто насправді. Тобто це містотворення сенсів насправді. Він дуже-дуже всередині себе, це дуже-дуже енергійна така. І дуже насправді не просто це пов'язане з якоюсь тупою пролетарською енергією. Ну, я не проти пролетарів, маю на увазі, що енергією такою механічною. А вона дуже креативна, тобто вона весь час щось випереджала. І в цьому плані ми можемо згадати, просто там часто Харків називають першою столицею, насправді воно так і було. Але навіть те, що саме в Харкові буяло літературне життя в ці роки, вибудовано цей геніальний держпром, який є пам'яткою світової архітектури насправді.
мало хто знає, що якщо подивитися на нього з пташиного польоту і провести нотний стан, то там будуть перші акорди інтернаціоналу. Серйозно? Через ці, да. Ну, тобто навіть в таких речах. А це ж не корисні речі, це речі те, що, наприклад, мистецтво, воно ж не має якогось сенсу особливого. Крім того, що воно несе якісь оці заряди. Березін там працював, Лесь Курбас, якщо театрально брати ситуацію. Там де в 60-ті роки звідси вийшли все-таки і Бахчинян, там, і Лімонов. Можливо, не дуже такі привітні до України люди інколи, але вони дуже харківські насправді. Тому, да, певною мірою, я, можливо, не все можу сформулювати, але це дуже важливо. Тобто, звичайно, якщо б там так доля народила мені де-небудь в Чернігові або в Одесі, Полтаві, або в Одесі. Ну, я зараз беру такі красиві міста українські, Полтава, Чернігів. Вони такі вайлуваті трошки. Ну, тобто, ну як в Полтаву приїздиш, і тобі здається, що тут саме і хрущі над вишнями годують насправді. Це так спокійно, повільно. Ну так, да. Харків все-таки він цей університет перший український. Ну, тобто, дуже багато якихось таких речей в ньому є, що вони надають енергію. Він дуже змінився за ці роки, хоча я тепер вже більшу частину свого життя живу в іншому місті, в Києві. Але я вважаю цю половину там і всю своє дитинство і юність, які пов'язані з моїм містом, дуже для формування мене дуже важливими. А що ви називаєте м'язами міста? Ви сказали, що Харків такий… Ну, в ньому є енергія, в ньому є мускули. Причому це мускули не кочегара, от що я можу сказати. Це мускули людини-атлета, ну, тобто який будує, будівника. Це тобто, вже який... щось античне таке, атлетизм. Ну, навіть не античне, я б сказав, а таке штурменгрунд, таке щось. Воно, як німецькі експресіоністи, скажімо. Щось там є в цьому місці, ну, дуже… Вільної енергії, вільних миш. Тобто це місто в кращих своїх, ну, не випадково там і Ландау, вся ця історія з ядерною фізикою, все народжувалося. І взагалі там же безліч було завжди учбових тих вищих закладів, не знаю, ще в якому місці така кількість є. Воно все, мені здається, воно якось місто насичує. Так я думав, принаймні, в певний період життя, і сам все, напевно, повірив. І тепер це не є для мене якимось там, от я ніби зараз цитую, а не народжую. Ну, тобто, просто є відчуття, що справді я дуже вдячний своєму містові, ну і, звичайно, людям, які мене оточували, і своїй родині, і своїм друзям, і своїм шкільним друзям, і своїм однокашникам в театральному інституті. Все це формує, звичайно, якимось чином людину. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви не ходили в театри ніколи. Доволі довго, тобто це не метафора, це не перебільшення? Ні, це реальність абсолютно. А що? Ні, ну, я, напевно, був пару разів там. Більш того, от, наприклад, один з моїх найулюбленіших театрів і дуже дорогий моєму серцю і досі – це Харківський театр «Ляльок». Ми його любимо. А він у вас гастролював, до речі, і привозив прекрасні вистави Оксани Дмитрієвої, яка ще зараз є головним режисером. Пан Гіндін у нас тут був в гостях. Ну, бачите, як чудово. Угу. Так ось, я, наприклад, пам'ятаю, хоч з пам'яті у мене дуже великі проблеми, але є от спогад про те, що я був в цьому театрі, коли він ще був там, де зараз будинок актора в Харкові. Тобто це дуже давні, ну, напевно, спогади, можливо, навіть ще з дошкільних якихось зовсім-зовсім ніжних літ. А взагалі дітей водити в театри? Треба, варто, з якого віку? Ну, це таке дивне трохи питання, да? Але батьки часто не розуміють, коли треба там починати, коли ти ще маленький, а от він там заплаче, він там не там засміється. Ну, здається, театр дитячий для того ж створений. Таке явище, як бебі-театр, так званий, він прийшов нам з Європи.
І зараз є чимало вже в Україні таких вистав, які граються взагалі для те, що називається пільоночників. Ну, тобто для дітей півтора роки, два, які там повзуються, з ними щось грають і все. Мені це, чесно кажучи, нагадує дитячий садок і ігри з виховательки з діточками. Я не думаю, що це потрібний театр такий. Ну, тобто він є, і хвала Богові буде, але, звичайно, все-таки в якомусь віці там 5-6 років є сенс вже приводити дитину не тільки до театру, а давати можливість їй чути музику гарну і читати якісь там книжки частіше. Бо це ж відомо з психології, що, в принципі, наш характер формується дуже рано, майже до 5 років. І, тобто, що більше ми в себе в ранні роки впускаємо якихось, ну, чистих енергій, і це формує якісь нормальні потім цінності, насправді. А для театру особливо це важливо, бо якщо людина не полюбить і там не відчує потяг до цього мистецтва змалку, то навряд чи вона стане театральним глядачем, чесно кажучи. Тим паче, знаючи нашу систему, що досі водять дітей групами, там, цими кульпоходами сумнозвісними, які зовсім не сприяють тому, що добре сприймається мистецтво. Я ніби це заперечую себе самого і свою долю, бо я справді в театр мене абсолютно не цікавив як мистецтво, і так це повз мене було. А що взагалі передвіщувало те, що ви стали тим, ким ви стали? Ким ви хотіли бути в дитинстві? Є якісь спогади? Міліціонером, навірно. Та як це? Ну, у мене дід був колись пов'язаний з цим. Навіть не знаю. Зараз не згадаю. Ну, напевно, багато якихось речей. Ну, у мене так склалося, що я дуже багатьма речами займався. Ну, тобто, була така в Радянському Союзі особливість, а тим паче, що мені було дуже зручно, бо я жив в центрі, тому я грав там в водне поле майже до 15 років. І мені навіть пророкували якусь професійну кар'єру і шахами займався і там, і так далі. Ну, от ми там до початку бесіди казали, чи є Бог, то я думаю, що є якісь речі, які я на своїй долі знаю, я не знаю, як це у інших людей, але щось за тебе вирішує поза твоїми навіть бажаннями. От спорт, скажімо. Влітку ми завжди виїздили, я вже мав, ну, тобто, в своїй віковій групі я вже був лідер, а в принципі міг переходити навіть вже на трошки таке більш професійне, навіть з якоюсь командами старші за мене тренуватися. Але кожного літку ми виїздили на такі збори якісь спортивні. В Туапсе, в Геленджик, ну, тобто біля моря, це було мало не півтора чи два місяці. І ось уявіть собі, що буквально за тиждень до цих виїзду з командою і з всіма, ми йдемо грати в футбол. Вперше в житті я стою на ворота, ніколи не стояв. Ну, грали з якимись лбами там, студентами. Я вже боюся. Нічого, зламав руку. Угу. Прийняв невдало м'яч. І всю частину, там половину літа, я проходив в гіпсі. Звичайно, на жодні збори я не поїхав. Тренер був в гніві, мабуть. В гніві був. Ну, але уявіть собі, починається прекрасний місяць вересень. І я приходжу на ранкове тренування один. Мене запускають в басейн, в тренерське. Я беру м'яч, плаваю до школи. Їду в школу, вчуся, їду на тренування. Ну, тобто, ніби набираю, подвічі в день тренуюся. Плаваю там і з м'ячем навіть працюю. Проходить десь місяць чи півтора. Це кінець жовтня або початок листопада. І ми пливемо естафету просто, ну, на спортивну, на тренуванні.
А там цей знаменитий басейн, який Хрижановський зняв в ДАУ, і його більше немає, його там поховали на останній момент зйомок. Він відкритий. Ну, пригаю я в воду. І у мене судорога така судома, що охоплює пів тіла. Ну, холодно було, я не знаю, через що це. Ну, тобто, я знаю. І уявіть собі, оце ти стрибнув в воду, от така судома. А ви знаєте, що в ватерпольному басейні для прыжків, стрибків в воду немає, тобто, такого дна, на яке можна стати. Тобто, можна тільки потонути. Так, та чаша придумана. І я беру і повертаюся до бортику, ну, тобто там ближче плисти. Я там 2-3 грибки роблю, і мені тренер каже, ну, мало, раніше би поплив. І ви знаєте, ну, у мене таке взагалі, я це дуже ціную в інших людях, і у мене це було з дитинства. Це таке почуття власного я, бо там гідності кажуть. І мене це так зачепило. Просто така фраза. І ви знаєте, я мов, взяв... Васильєв уже не торт, да? Ну да, що, мов, тебе... Ні, ну тут був какой-то такий упрек. Ну да, що ти вроді як твої всі ці усилия, или это... ну, главное, нет, не в этом дело было. Ну, образа, зачепив. Ну, усилия, а в том, что я вообще верю в то, что поглаживание, дружеские похлопывания, добрые слова, и любая помощь человеку, она все равно важнее, чем критика. Вот как ни странно, я вот критикой всю жизнь занимаюсь, я к этому пришел, к выводу. От того, что ты что-то ругаешь, люди очень часто замыкаются. Ну, то есть, бывают, конечно, случаи, когда хвалить не за что. Но, в принципе, человека надо каким-то образом любого стимулировать жить. Ну, слушайте, ведь это же, смотрите, еще такой образ хороший, ведь вода, то есть он вас... Чуть притопил, вроде бы, как бы, да? Нет, он... А вы выплыли? Нет, я выплыл, конечно. Ну, что же я тонуть должен? Ну, морально я имею в виду. У меня сработал инстинкт самосохранения, совершенно нормальный. Я просто хочу сказать, что я делал усилия на то, что Бог меня от этого уже уберег. Он мне уже руку сломал. И ты учишься читать всю жизнь эти знаки. Я на тебе самом, уже намекаю. На самом деле да, мы ты... очень часто пропускаем первое предупреждение. И вот эти все штуки, что три раза, она как бы четвертый, ты уже, извините, жмурик, это все правда на самом деле. То есть все, что мы из фольклора получаем, да, ну, вот это трижды фольклор, забросил Иван. Это не да? просто фольклор, это как бы, а на чем настоящие сказки строятся? Это же мифы, мифы все. Это, да, это все да. очень древнее и очень проверенное, и как бы омытое столетиями знания на самом деле. Конечно. С поступлением у вас точно так же получилось? Абсолютно точно так. А как, когда у вас вот возникло вот... Вот слово «критик» или оно не возникло? Ну, дело в том, что я, в принципе, пописывал. Стишочки там разные, хорошо писал сочинения. И, в общем, как бы меня от этого жизнь тоже не уберегла, к сожалению, но хотя бы пустила по правильной дороге. И я думал, что вот, ну, чем я могу заниматься? Ну, журналистика вот мне казалась интересным делом. Да, ты пишешь там. Ну, то есть такое было какое-то... о профессии несколько романтическое представление, ну, как бы ты ж всех механизмов не знаешь, которые потом с ними столкнёшься в жизни. Ну, и вот я думал, что было бы хорошо, например, журналистом стать. Но в Харькове факультета журналистики не было в университете. О том, что уехать из Харькова куда-то и жить, я очень я рак по знаку, я очень домашний, и меня совершенно эти все путешествия куда-то, исследования новых земель, это меня совершенно не интересует. Я знаю, сейчас вообще точно знаю, что можно на одном месте сидеть и все получить, все, что тебе нужно. Не только труп врага, который будет проплывать, я это хочу сказать, но и все озарения. Своя нора важна, оно все в это да? место придет. Ну, надо быть камнем, грубо говоря, камнем. И я в 9-м еще классе прохожу мимо нашего этого театрального института, который подлецы эти харьковские снесли потом, непонятно зачем. И там висит объявление, набор на актерский факультет на моей же Сумской улице, на которой я живу. Просто гулял там.
Ну, театроведы. Думаю, кто это такие театроведы? Ну, у кого-то спросил. Ну, говорят, это люди там о театре пишут. Думаю, почему бы мне не пописать о театре в самом деле? Но засада интересная, и это опять к этой же истории мистики, о которой я вот вам начал рассказывать. Она в том заключается, что в Харькове набирали факультет театроведческий, группу там 5 человек, через год. В Киеве ежегодно набирали курс, и еще и заочный, а в Харькове через год набиралось. Ну, не нужно было такое количество специалистов. И курс, на который я поступил после школы, оказался третьим подряд. После моего курса 5 лет, вот мы выпускались, и тогда стали набирать. 5 лет не набирали вообще театроведов. Совпадение? Я сейчас объясню еще интереснее ситуацию. На этот факультет не брали после школы категорически никого. Со мной на курсе училась девочка, она была дочерью ректора Харьковского художественно-промышленного института, то есть равного нашему институту искусств, только ну, как бы в художественной сфере. Она поступила со второго раза. Вот мы учились, она на год меня была старше. И будете смеяться. Мало того, что как бы после школы, третий год подряд, так на нашем курсе было 6 человек, а не 5, как обычно. То есть набирали 5? И в этом смысле я шучу, что Господь Бог как бы на всякий случай зарезервировал и для меня местечко. Конечно, когда ты это осознаешь на самом деле, это так может кажется нелепо, то, что я говорю, но на самом деле это очень серьезно. Ты вообще не собирался этим заниматься, и тебе дают все возможности для того, чтобы ты этим стал. То есть в этом смысле я к своей профессии или к тому, чем я занимался всю жизнь, отношусь очень серьезно. Я считаю, что при всех плюсах и минусах во мне самом и, наверное, в том, что я делаю, и делал, и реакциях на это, я был предназначен для этого. Ну, то есть у меня есть абсолютное, стопроцентное ощущение того, что я делаю то, что мне Господь Бог поручил. Вот эти все штуки, совпадения, несовпадения, чье это поглаживание? Это же оно? Ну, конечно. Но это я говорю о другом поглаживании. Я говорил то, что мы можем давать друг другу. Это наш выбор. Это чуть-чуть другое. Ну, конечно, это судьба. Ну, как бы какие-то очень-очень благоприятные, щадящие, комфортные обстоятельства этой судьбы, безусловно. Дома были не против вашего выбора? Нет, ну, как бы у меня были... Я повторю, я довольно одинокий, довольно самостоятельный был. И повторю, ну, как бы мои родители никаким образом с этим связаны не были. Хотя нашлись какие-то знакомые наши общие, и я там походил и с замечательными людьми познакомился, ходил как бы к репетиторам каким-то, и потом совершенно случайно через этих репетиторов познакомился еще с одними людьми, и там, ну, просто как бы вот эта цепь была обстоятельств, которая мне благоволила и при поступлении в институт. За меня кто-то там, наверное, все-таки как бы просил. Но смешно, что мой одноклассник, нынешний директор цирка Харьковского, поступал со мной вместе. Это вообще беспрецедентная ситуация, что после школы два человека из какого-то класса в огромном там, полуторамиллионном городе идут поступать на эти 6 мест. И он поступил? И его папа, в принципе, во-первых, преподавал там, в Институте культуры, был уже таким писателем довольно известным, и пьеса его шла в театре кукол. И представьте себе, что Леша не поступил, а я поступил. При том, что, ну, повторю, кто-то за меня, конечно, и словечки там говорил, я не сомневаюсь. Но поступил я не потому, что у меня был блат. У него был блат, грубо говоря, намного сильнее. Ну, у него был какой-то материальный блат, у вас, видимо, какой-то, нет, какой-то ну, духовный. Нет, это, ну... Кто-то там мазу за вас тянул где-то? Кто-то тянул, да. Сверху? Нет, ну, дело в том, что я просто, ну, как был с собой всю жизнь. Мне еще в школе там ученица говорила, что все идут... не в ногу, а ты в ногу один. Я такое даже слышал. Но это не было там как-то очень хулигански или вызывающе, или эпатажно. Вовсе нет. Это просто, ну вот я говорю, вот есть это чувство достоинства, которое, может быть, в семье оно формировалось, может быть, улицами этими. Я даже трудно сказать. Я был самый младший ребенок во дворе.
Ну, то есть это не принцип идти не в ногу специально, нет, это просто, принцип идёшь. Идти в свою ногу. В свою Просто вот был такой стих у Левитанского, кажется, что я такое дерево. Ну, вот и все, ну, ты такой. То есть, когда я пришел на консультации, действительно, я пошел посмотреть один спектакль, это чистая правда. И на папиросной бумаге у мамы на работе перепечатал рецензию, которую написал об этом. Чтобы больше копий было? 4 копии, да, потому что 4 человека проводили эти консультации. То есть я даже не собирался идти на второй спектакль, чтобы что-то написать. Я хочу объяснить это честно. А мама где работала? Мама работала в Институте метрологии и стандартизации. Ага, понятно. Ну, какая-то там бесполезные какие-то должности, я думаю. Она тоже, наверное, что-то в своей жизни о другом мечтала. Мама моя такая была, в принципе, романтичная довольно натура. Но, с другой стороны, отлично. Например, она, по-моему, поступала в педагогический институт, допустила одну какую-то ошибку и не прошла. Вот. Это было бы ужасно еще. Дедушке, ну, дедушка мой не просто милиционер, он довольно высокий чин был еще до моего рождения. Я-то его уже знал фактически пенсионером. Вот. Но... мама бы учиться стала, это, по-моему, какой-то кошмар. В том же бассейне, когда я ходил, так одна была шутка по поводу одного товарища, что он говорил, что тебя надо убить кому-то из наших одногруппников или игроков в команде, что тебя надо убить уже за то, что у тебя папа учиться, а мама, папа милиционер, а мама учительница. Я как-то к этому серьезно относился. Вот. Так что, ну, просто ты общался с людьми на этих консультациях, и они, видно, задавали какие-то вопросы, и понимаю, что какие-то мои ответы, наверное, оказались им любопытными. По крайней мере, в тот момент вообще Харьков был довольно такой любопытный. Вот я вообще Харьков, конечно, люблю значительно больше Киева, там это понятно, но там была какая-то атмосфера, вот ценили эту индивидуальность, ценили у нас наши педагоги. Я тоже думаю, что это все Березольская школа, все-таки вот довольно много людей же, все-таки, которые с Курбасом были связаны, они были связаны с институтом, не непосредственно наши педагоги, хотя вот человек, который сразу ушел через там 8 или 9 месяцев, к сожалению, он умер, мой первый педагог по театральной критике, Аркадий Васильевич Плетнев, то вот он как-то, там мы с ним стали прямо спорить на консультации, то есть ему было, наверное, под 80, а мне 16 там, или 15 лет, и это такой был просто... я думаю, что ему это очень нравилось. Ну, то есть, вот ценили эту индивидуальность, эту самостоятельность. Видно, они во мне это рассмотрели, за что я как бы этим людям, ну, очень благодарен, конечно. Театральный Хотя критик... в то время я не осознавал этого. Ну, понятно, мы это все, да, потом отслеживаем, оцениваем. Театральный журналист и театральный критик. Это же две разные профессии на самом деле, да? Или это какой-то... Когда-то мне казалось, что так и есть. И мой вот один из моих старших друзей и педагогов, Роман Алексеевич Черкашин, был такой удивительный человек, которому тоже было уже за 80, когда мы познакомились. Он когда-то, когда уже уехал в Киев, подарил мне книжку свою, которая там вышла. Он был замечательный мастер сценической речи, великолепный чтец был, кроме всего прочего, других его талантов удивительных. И он ее написал, что моему там юному другу или молодому другу, театральному журналисту Сергею Васильевичу. Знаете, я так был обижен в какой-то момент. Ну, какой я журналист? Тут я лучший театральный критик страны. Тут мои статьи читают. Ну, то есть, ну, грубо говоря, там, ну, не лучший, но, может быть, там, по крайней мере, единственный такой персонаж. Потому что я, в общем, считал, что, ну, вот критик – это такое правильное понятие. Оно на самом деле, конечно, и правильное. Но поскольку сфера реализации критика или поле реализации его все-таки лежит в медийном пространстве, газеты, журналы, радио, телепередачи, возможно, не знаю, там участие, ну вот я, где ты пишешь,
Есть и профессиональная пресса, безусловно, но она все равно ориентирована, даже профессиональная пресса, в значительной степени вот на тех людей, которых мы называем театралами, да, людей, которые любят театр, которые интересуются, пусть они непосредственно не занимаются там ремеслом этим, но они ходят в театр, они что-то сопоставляют, у них есть какая-то история. Да. То есть это больше комплементарная история? Конечно, нет, просто да, но дело в том, что это просто круг твоих читателей. Получается. Но фактически то, чем ты занимаешься, это реально ничего обидного нет в том, что это журналистика. Тем более, я вам скажу честно, что мне то повезло еще очень со временем, потому что вот как бы переезд в Киев у меня случился в 84-м году, когда меня пригласили в эту культуру життя. А в 85-м, считайте, началась перестройка. И это было какое-то время, как раз, которое стало позволять... говорить от себя очень часто. При том, что я и журналистский материал писал. Первая моя работа была еще студентом. Меня взяли на Харьковское радио в отдел писем, потому что это была единственная вакансия. Но я во все отделы делал. Мне было интересно. Просто интересно попробовать. И так, и так, и так, и об этом. Ну, это баловство было, конечно, да, для гонораров. Но, в принципе, конечно, только искусство меня интересовало. И это журналистика. Ну, то есть ты все равно пишешь текст, и в этом смысле, вот почему я еще раз вернусь вот к 80-м и началу, особенно 90-х годов, что этот слом произошел очень, ну, как бы на нашем пространстве театральном, большом еще советском, совершенно очевидно. Потому что появилось очень много людей, не похожих на меня, но такого же способа действия, я бы сказал, способа мышления. Когда и это были довольно серьезные театроведческие в это время дискуссии, что очень многих пишущих, вот в Москве теперь мы знаем, там, например, удивительная там Марина Давыдова, например, вот, которая примерно в это время начинала, или Дина Годдар, там, или Рома Должанский, чуть-чуть помладше, но, в принципе, всех этих людей предыдущее поколение обвиняло в журнализме. То есть, а в чем заключался журнализм? Что текст становился... более живым, более доступным. И так и надо было писать. Я так писал, например, с самого начала. Я и сейчас большой нелюбитель, скажем так, сложной терминологии, каких-то там построений концепций, потому что на моих глазах, там за сколько там, ну, я этим занимаюсь, 40 лет, все-таки даже больше, менялись эти лексикон научный, становились какие-то теории модными, немодными. А самый правильный все равно остается теория чувственная, ну, то есть того, что ты вступаешь с кем-то, с чем-то в контакт, принимаешь это или не принимаешь, но пытаясь это разобрать, описываешь это нормальными человеческими словами. Более того, если ты борешься за какие-то чувства, которые вызывает этот спектакль, или важные мысли, которые можно донести, то ты же его соединяешь с людьми на самом деле. Ну, и ты будешь писать вот эти штампы. Я не верю, что эти рецензии кто-то дочитывает. У меня есть даже шутка, что я не вполне уверен, что дочитал сам автор статьи ее. Я кроме шуток говорю, что как бы статья написана, не приходя в сознание. Ведь... она, конечно, никому не нужна. А ты начинаешь писать нормальным языком. Ну, то есть, повторю, у меня плохая память очень, поэтому я много лет и велосипед изобретал все время. А пока энергии много было, видно, чуть побольше. Сейчас уже, к сожалению, и на трехколесный не сядешь, потому что, ну, как бы просто физика другая. А тогда, это, потому ты как бы новые подходы ищешь. Там я был редактором отдела. Рубрики придумываешь, как бы формируешь это, соединяешь тексты. Ну, то есть я редакторской работой тоже, ну, я считаю себя редактором профессиональным отдела культуры, потому что те отделы культуры, которые я вел, они были, в общем, лучшие в стране, я думаю, и в некогда это дело, и в «Столичных новостях», и в «Коммерсанте» в его последние годы, украинском, я имею в виду. Ну, театр – это же магия, правильно? Когда мы пишем об этой магии, пытаемся, да, что-то ну, о да. ней написать и пишем, ну, плохо, откровенно. Ну, да, но дело в том, что нельзя писать… То мы же ее убиваем. Как будто это написал один человек. Ну, вот ты читаешь, я не дочитываю их, но когда ты начинаешь читать рецензии, они написаны какой-то одной рукой. То есть вполне можно поверить, что сейчас машины стихи пишут, что театральные рецензии можно так писать. Ну, то есть… сейчас, конечно, другая ситуация. Сейчас, наоборот, этого личного начала может быть даже чрезмерно иногда в статьях. Более того, ведь что дает тебе... Ну, это некая вульгаризация. Что тебе дает право говорить «я» на самом деле.
Оно дает право то, что ты на что-то опираешься. Но ты же не бабочка, чтобы в воздухе летать, или там, я не знаю, молекула какая-то. Ты человек. До тебя были какие-то люди еще. Есть знания, которые там, ну, ты книжек каких-то прочитал, да, фильмов насмотрел, да. В музеях бывал. Ведь чем театровед в этом смысле, театральный критик, очень интересная профессия, что ты занимаешься всем. Ну, грубо говоря, нельзя писать там о театре, ходя только в театр. Он расширяет очень сильно кругозор твой, потому что ты должен все-таки понимать, что такое визуальное искусство, ты должен как бы знать что-то с музыкой связанное, с литературой и кино, потому что артисты и там играют. То есть на самом деле ты живешь в очень большом... В этом смысле неудивительно, например, что даже отделы культуры в лучших там изданиях, и в «Коммерсанте», и в «Известиях», я сейчас беру советские или российские 90-х годов, когда у нас еще не были такие отношения, но всегда возглавляли театральные критики, театроведы. Почему? Потому что просто кругозор другой, другой охват знаний, другая основа. Некая универсальность. Потом в него входит твой опыт, твои просмотренные спектакли, фестивали, на которых ты бывал, там, ну, и много-много-много разных вещей. Кроме того, что ты просто наблюдатель за жизнью. На самом-то деле, театр ведь жизнь концентрирует в каком-то смысле. Более того, у меня есть теория, что он жизнь предугадывает. Вот когда я думал, почему я занялся театром, так или так меня вывело на эту стезю, я был довольно молодой, еще, кстати, в Харькове жил. У меня был довольно серьезный кризис там в конце обучения. Я думал даже бросать это дело, но оно с психикой моей было связано. То я вдруг понял, что я хочу жизнь прожить, оказывается, тогда я говорил, лайковых перчатках. Ну, в принципе, даже вот в этих перчатках медицинских. То есть ты приходишь в театр, тебе все рассказывают о жизни. Ты это все потрогал, все ты и не знаешь на самом-то деле. Тебе кучи ситуаций объяснили, смоделированных уже очень талантливыми иногда людьми, человеческих ситуаций. Тебе не надо их даже переживать где-то в стороне, поскольку как бы я такой мизантроп, и общество я не люблю, и реальный мир я от него как бы сторонюсь много лет, и вообще я редко пытаюсь соприкасаться. И, как ни странно, даже работая вроде бы в газетах и работая журналистом, я все равно пытался заниматься только культурными событиями. Только этим. Ну, то есть все равно немножко в скафандре жить. Я думаю, что вы с таким же успехом могли бы, наверное, «Его одном пола» писать, если бы вы... Я бы писал. Я и увлекательно писать. Ну, просто все надо... Вот, например, знаете, в 90-х годах я очень востребован был в своей профессии и очень многими проектами, кроме этого, занимался театральными и художественными разными, выдумывал там что-то. Но мне, например, предлагали писать кулинарную критику, ресторанную критику. И я там немножко по ресторанам походил, там, будучи в других изданиях, там, работая на разные эти, но я никогда этим не занимался. И, грубо говоря, к сожалению, из-за того, что я там не занялся этим в 93-м году, я для себя, как для профессионала, это отрубил просто такую возможность. Потому что надо было за эти годы, там, до 2000-го или какого-то, очень много всего съесть. Ну, съесть не в смысле, а разного всего. Ну, понятно, всего. Да, информацию. То есть разработать небо свое, свой язык. Ну, как бы тогда ты можешь об этом судить. А можешь написать, что не прийти интерьеры писать. Ну, это легко. Или как тебе там подавали кто-то, и кто на чем принес. Могу об этом написать сколько угодно. О пище ты правду не напишешь. Хотя многие люди, я уверен, совершенно напишут спокойно о винах, о виске и о еде, совершенно в них не разбираясь. В этом отличие, кстати говоря, хороших журналистов от средних или от посредственных журналистов. Потому что посредственные журналисты в этом смысле, это почему было неприятно, что журналистам называют? Потому что журналистика – это всеядная вещь. Ну, то есть, как бы, я это убедился, я был потрясен еще, когда только начал работать с медиа, вот совсем еще юным человеком, что там по одной редакции молодежная, например. Сегодня филармония, завтра свинарники. Ну да. И я понимаю, что она ни в музыке не разбирается, ни, к сожалению, в животноводстве тоже. Понимаете? Вот в чем штука. А есть там супер в сельхозредакции человек работающий, который меня очень любил, и даже когда-то меня зазвал в свой кабинет, запер и говорит: «Сережа, у меня есть для тебя подарок». И достает, говорит: «Я из района привез настойку боярышника».
То есть это была высшая степень признания моего таланта юного. Так вот, он все равно в этом разбирался. Его репортажи все равно было интересно слушать, потому что он в этой сфере много лет проработал. Он понимал, чем теленок отличается от жеребенка, грубо говоря. А журналиста это не надо, у него все свиньи. Вот это, как бы не хочешь иметь этого клейма журналиста, вот этого всеядного, ничего не понимающего, некомпетентного и безответственного человека. Вот в чем штука. Украинский театр. Давайте перенесемся из 90-х сюда. Более того, сегодня это украинский театр эпохи там, пандемии, да, еще все сложнее на самом деле. За вот последние годы что-то родилось, что-то рождается в театре, новые жанры, новые формы. Ну, родилось или, до пандемии. Или перерождается все? Нет, во-первых, к счастью, там это еще случилось до пандемии, года за 3-4 до этого. Совершенно ясно то, что пришло новое театральное поколение. Там можно любить, не любить, принимать, не принимать, симпатизировать кому-то или антипатию, может быть, даже какие-то люди вызывают. Но, по крайней мере, это явление. Там есть группа режиссеров и очень ярких иногда. Там есть прекрасные артисты в очень большом количестве. Там есть даже своя критика, то есть люди, которые осмысливают этот опыт, и, в принципе, даже люди с научным мышлением там есть, не только хорошо пишущие, их не очень много, но все равно есть. То есть это явление. И понятно, что ты увидел очередную в театре волну. И в этом смысле театр последние годы, конечно, украинский так интенсивно, мне кажется, развивается. Остаются какие-то многие проблемы, которые есть, в том числе и проблема, хотя она сейчас легче решается, все-таки там даже мое поколение, или я уже не говорю о предыдущих, они все-таки жили в значительной степени в культурно обделенном поле таком, то есть как бы не всегда они знали то, что творится в мире, они очень, очень герметично жили. А сейчас все-таки как бы есть возможность ездить и знать. Они знают люди языки, они что-то читают больше. Я не обо всех говорю, не как о таком массовом явлении, но, по крайней мере, я вижу, что режиссеры – это люди, которые чем-то пополняют свои знания. Они живут в каком-то ином контексте. То есть и это очень хорошо на самом деле. В этом смысле и новые жанры какие-то, которые, может быть, не всегда новые для европейского театра, хотя кое-что синхронизировано. Например, вот у нас достаточно интересно развивается само направление спорное, такой иммерсивный театр, так называемый, да, вот эти спектакли-прогулки или какие-то перформансы, которые рождаются вместе со зрителями, или сайт-специфик театр, например, когда играют в каких-нибудь неприспособленных для театра помещениях, это сознательный выбор, там, или на пленэрах каких-то, это какое-то... Испарился еще плейбэк-театр. Да-да, нет, но это все направление в театре, то есть оно реальное. Так что, есть много синхронизируется. Иногда синхронизируется, конечно, идеологически, что плохо. В этом смысле очень многое в современном театре напоминает, как ни странно, очень дурные вещи в советском театре. То есть довольно много. Почему сейчас... странно? Не странно. Этому есть объяснение. Я вообще считаю, что мы из Советского Союза не вышли, в принципе, если говорить там по существу социальному. Нас вот в городе, например, был, я считаю это скандалом, когда в театре русской драмы, который теперь называется драмой комедии, поставили лесовую песню «Лисы украинки» в русском переводе, и это совпало с определенными процессами в
стране. И, в общем-то, кое-какие сцены общения в театре мне напоминали «Собачье сердце» откровенно. Это правда, да? В смысле, со зрителями? Не со зрителями, нет. Или на сцене? С активистами, да. Понятно, которые, ну, понятно. Имеют право на существование, перевод. Но это вопрос... И есть же, ну, элементарный пример, что мы же не ставим Ибсена там на языке оригинала, да, мы ставим его в переводе, да, почему мы не можем поставить там для русскоязычного населения, ну, это идеологически спорный вопрос. Нет, это я тут с вами совершенно согласен, но все-таки это проблема не театральная, это проблема общественная. Вот безусловно, и, да, и но, проблема... театр, но театр в нее вовлечен, к сожалению. Ну, он вовлечен невольно в этом, ну, то есть точно так... мы видим, если кто-то там споет не там, например, там, или сыграет не то, то все равно же как бы в кино, например. То есть все равно такая же реакция следует. Это я сейчас о советском имел в виду совершенно другое. Это советское в мозгах художников. Это тяга большая к конъюнктуре социальной. Поэтому я много раз повторяю, что как бы для театра, для того, чтобы понимать театр, надо все-таки определить, кто заказчик театра. Вот Товстоногов там говорил, что пьеса рождается на самом деле или спектакль не на сцене, а в зрительном зале. Это такая довольно любопытная и правильная, по-моему, мысль. Ну, то есть весь вопрос в том, на кого, кто является заказчиком того или иного произведения, которое... сочиняет и творит или рукодельничает конкретный автор. На кого он работает, кому он хочет понравиться, грубо говоря. Ну вот мы знаем десятки спектаклей, в которых совершенно нелепым и позорным образом ведут себя артисты, корчат гримасы, там, не знаю, выставляют себя дураками. И это делается для того, чтобы понравиться публике. Да? И мы эту публику считаем такой очень неразвитой, не понимающей там, сложного языка театрального. Но есть же и другие спектакли. Кто-то, наоборот, намеренно усложняет спектакль. Или, например, он ставит спектакль об инвалидах. Или о том, как геям тяжело жить. Или что-нибудь такое. Да? На самом деле это социальная конъюнктура. Это просто обслуживает... Но это же может быть и прекрасный спектакль, абсолютно, да? Абсолютно точно, нет. Более того, если он ставится не ради того, чтобы угодить, да... Это не говорится, я вам хочу угодить. Это говорится для того, что я хочу попасть в какой-то пул. Вот в чем дело. Это зависимость. И это начинает, конечно, зависимость. Точно так в Советском Союзе было. Хотел нравиться, хотел награду какую-нибудь получить. Ты приспосабливался. Ты сейчас хочешь грант получить. Ты начинаешь играть с этими темами. Тебе грант на то, что два старика счастливы, не дадут. Я вас уверяю, не дадут такой грант. А вот если два старика превращаются в бомжей в этой ужасной стране, дадут. А если один из них гей, так вообще 100% дадут. Вот в чем штука. Это, как это сказать? Но тут влиять на это невозможно. Это то, что выбирает большинство. Но режиссер в таком случае, и актеры в том числе, должны быть дерзкими, бесстрашными, идти не в ногу, как вы в свое время шли не в ногу, да? Но это... На грани самоубийства? Конечно, да, потому что идеология рынка, она довольно сложная штука. Ну, то есть... А можно, по-вашему, соответствовать идеологии и при этом создать гениальную костюм? Конечно. Есть примеры у вас? Ну, так сразу не подберу, но, наверное, в принципе, есть. Не, ну как, это нормально. Ну, то есть ты во что-то веришь. И ты этого отдаешься. И ты можешь сделать это гениально на самом деле. Но вас обижаются, когда вы некомплиментарно пишете? Я вообще почти не пишу уже несколько лет. Я, честно говоря, не понимаю, но не вижу в этом смысла особого. И я не вижу, по большому счету, читателя, которому я должен это говорить все. Мы живем в странную эпоху общего крика. В этом смысле писать текст можно только шепотом. А такой текст написать очень трудно. И для этого нужны, я думаю, ну, как бы силы, которых у меня, к сожалению,
уже нет. Ну, то есть некоторые тексты ты пишешь, и они, эти тексты вполне приличны, но это просто как, в общем, крик, еще одно мнение. Мне это не интересно, более того, ну, просто у меня система ценностей иная. Вот в чем дело. Я, не считаю, что все решают только видимые поступки, скажем так. Ну, в театр вы ходите по-прежнему? Да. Или только меньше, на фестивалях? Меньше, ну, особенно сейчас, конечно, пандемию совсем мало ходил, но мало и премьер было, и не ходил. Я стараюсь ходить в театр, честно говоря, больше потому, что я до сих пор преподаю, и поэтому нужно, ну, как бы быть в процессе. В принципе, совершенно, я думаю, что по большому счету я иду в театр, ну, в 98 случаях из 100 я прекрасно знаю, что увижу. И надо сказать, что через 5 минут это все подтверждает. Даже на премьерах? Ну, естественно, я о премьерах и говорю. Ну, достаточно знать театр, время, пьесу, режиссера, который делает, артистов, которые делают. И, в принципе, это все очень прогнозируемо. Очень прогнозируемо. У меня есть виртуальная... В этом горе там большого количества спектаклей, которые ты видел. То есть ты видишь, что на самом-то деле очень многое повторяется. Ну, может, это вы просто насмотренный человек, а приходит новое поколение, и для них это вау. Я значительно хуже зритель, чем какие-то... Нет, ну в каком-то смысле да. Ну, понятно. Чем какое-то новое поколение. Это профдеформация? Нет, это... Или это уже просто накопление? Это, я думаю, профпилотаж. Понятно. Это не деформация, это пилотаж. Потому что Согласна. Ты все равно на живое ты реагируешь. Ты понимаешь, как это, ты видишь за этим тенденции. Ведь даже в очень плохом, на самом деле, оно для анализа иногда бывает очень хорошим. Потому что оно что-то очень существенное показывает. В моем представлении, я вообще принадлежу школе такой харьковской, в которой очень важно... вот эти резонансы, ну, то есть вот эти вибрации, отношения искусства и действительности, скажем так. И поэтому ты через театр читаешь какие-то вещи, которые есть в жизни. И это не обязательно, что вдруг говорят о какой-то проблематике. Например, там о шахтерах или там о батошниках. Не в этом дело, а в том, что оно проявляется в интонациях, в мизансценах, в том, грубо говоря, в отношении к человеку. И это всегда видно. Или человека возвышают на сцене, или в него вытирают ноги, и его унижают. И как это делают? Делают это с азартом, или делают это от неловкости? Ну, то есть там довольно много градаций, даже в плохом. А о хорошем-то речь быть не может, не идет. Потому что на самом-то деле то, что мы называем красотой, гениальным и так далее, оно же все... из ниоткуда приходит. Ну, или там, опять же, вот откуда-то. И то, что мы не можем иногда сформулировать, и то, что есть тайны, а не просто то, что мы объясняем. Да, красивая вещь. Да, интересная мизансцена. Да, отличная фраза или реплика. Искусство, и театральное особенно, оно в той зоне, где объяснить невозможно, и где оно влияет. И вот это, конечно... С этим встречаюсь очень редко. Но надо сказать, что с этим встречался вообще редко. Это вообще большая редкость. К вам обращаются за советом, что посмотреть? Очень часто. Часто? Вам легко советовать? Ну, сейчас легче. Я никогда не даю таких советов. Нет? Ну, как? Ну, говорят, что посмотреть? Афиша перед тобой, да? Ну, у всех нет. У всех разные вкусы. Согласна. Я понимаю, что, более того, я знаю, что есть люди, которые уже сейчас этим даже пытаются деньги зарабатывать. Они там основывают группы какие-то, они себя считают экспертами. Они никакие, конечно, не эксперты, но, возможно, они там прекраснее, лучше понимают конъюнктуру интересов чьих-то. Есть вещи, которые мне безумно нравятся, я считаю, что это искусство, которое практически никто из моих даже коллег и даже не глупых коллег не принимают и критикуют, и даже они не понимают, насколько это прекрасно. Например? Ну, например, вот сейчас его списали в театре Франко, я знаю, закончился его жизнь этого спектакля, насколько мне известно. Вот такой «Лес», например, несколько лет назад они сделали спектакль Дмитрий Богомазов. И, в общем, довольно холодно он принят в театральных кругах был.
ну, что там такого, опять какие-то повторы и все. А я думаю, что это просто в каком-то смысле работа образцовая, потому что она перфекционистская, ну, то есть в ней все сделано на высоком уровне мастерства, и ты это мастерство реально видишь. И от этого, от того, что ты видишь это мастерство у художника, у режиссера, у исполнителей ролей главных, в каком-то диалоге там счастливцева и несчастливцева, ты от этого радуешься, ну, то есть ты получаешь чисто... Ну, я не знаю, назвать это эстетическим удовольствием, не знаю, ну, просто получаешь наслаждение от того, что кто-то хорошо что-то делает. Ну, как ты вещь какую-то берешь, она красивая или некрасивая, или там можно, знаете, часами смотреть, как кто-то работает. Ну, вот там, например, на Круде там лепят горшок какой-то. Это же отдельный какой-то перформанс, отдельный театр. Это интересно. Так что, в принципе, такие случаи бывают. Другой день я повторю, что на самом деле таких спектаклей, которые... по-настоящему... И этот лес тайный не работает, по большому счету. Он просто восхитительно сделан. Он просто ремесленно, безукоризненно, на мой взгляд. И это огромную радость приносит мне, как зрителю. Но, конечно, бывает там вот что-нибудь вдруг раз, и тебя сильно удивляет. У меня есть виртуальная корона. К коронавирусу не имеет отношения. Вот в чем Сергей Геннадьевич Васильев... Для себя молодец. Вот за что вы сами себя бы короновали? Ни для них, ни для публики. Для себя. Ну вот вы сказали вначале, звезда уже резанула. Корона точно так режет. Ну в чем, хорошо, в чем вы молодец вот для себя? И вы это знаете? Я молодец в том, что я нахожусь в гармонии с собой. То, что я не требую от мира вообще ничего. То есть я действительно верю в то, что там тебе положено, тебе протянут. Я так живу и много лет, и это правда. Я ни зачем не гонюсь. Меня, ну, как бы я, конечно, получал какие-то звания, там, премии, но, в принципе, для меня это все абсолютная труха и чепуха, и меня это совершенно не волнует. Меня абсолютно не волнует мнение обо мне посторонних людей и даже людей, которые мне милы и меня уважают, и все, потому что я значительно лучше знаю, ну, как мне кажется. Вот этот был там лозунг Сократа «Познай самого себя», видно, он очень правильный на самом деле. Я считаю, что каждый приходит с какой-то задачей в мир. Ну, то есть, и это надо понять, ну, как бы, кто ты такой есть. И это не просто там, понятно, физика наша разрушается, оболочка это уйдет когда-то, но что-то тут происходит в сердце. Я думаю, что я несколько вещей понял, ну, очень существенных. Я, например, знаю, что такое любовь. И я прожил любовь, и она во мне лежит. И я, например, знаю, что такое благодарность, которая для меня выше любви. Я просто... И я знаю, что это у меня лежит внутри. Мне все равно, что обо мне думают, как обо мне говорят, любят меня, не любят. Это не важно. Важно то, что я люблю, или то, что я за что благодарен. Более того, я знаю и дальше, что есть. Я знаю, что какая великая сила милосердия, которого во мне еще в душе нет. Там, я еще не могу все простить, я еще взрываюсь, я реагирую. Но, в принципе, если бы я этого достиг, я думаю, что в этот момент, конечно, мое, может быть, физическое существование закончится, но... В принципе, я бы хотел, чтобы этот момент случился. Пусть подальше, мне очень нравится жить. Вот, так что, да, вот, ну, это была бы не корона, это просто момент самоуважения. Я считаю, что каждый из нас должен, в принципе, уважать себя за то, что он такой. Более того, не бояться, если у него какая-то часть торчит, как оглобли, кого-то цепляет, а кто-то об тебя колется, потому что это ты. И совершенно не нужно свои иголки стричь для того, чтобы казаться всем милым парнем. Я не люблю милых парней, вообще я, ну, как не то, что не люблю. Я не верю, когда что-то любят все. Так не бывает. Спасибо. Поэтому вам меня не должны все любить, но себя я любить хотел бы. Спасибо вам большое. Очень хочется вас обнять, потому спасибо. Что ну, коронавирус, редко, да. Редко встречаешь людей, которые действительно любят себя, и, ну, это честно. Ну, это все искренне. Любят себя, в принципе, но это нормально. Ну, никто об этом не говорит. Ну, я думаю, почему-то что все стесняются. Разумный эгоизм, знаете, ну, то есть правильная вещь, в принципе, ну, почему бы и нет.
Согласна. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Я очень рад был, смотрите, разговорился. Так что... Дякую, дякую. Це був Сергій Геннадійович Васильєв, театральний критик, але це дуже мало сказати, що він критик, бо він дуже просто цікава людина і чудовий співбесідник, дуже щирий. І, ну, серйозно, я для себе підтвердження якимось своїм внутрішнім сумнівам сьогодні отримала, бо мені завжди здавалося, що, ну, я якась не така. Ні, все нормально. Ну, все така. Нормально. Дякую такі, вам. Такі, як треба. Дякую вам за це. Дякую. До побачення.